Расскажите нам, что произошло. Я люблю его. У меня тоже есть дети. Я понимаю, почему вы это сделали. Папа, это Отер. Очень рад. Привет. А если бы это был ваш ребенок? Папочка! Она уже не ребенок, так ведь? По закону теперь она вполне взрослая. Ты уверена? Да, да. С ним все в порядке. Она славная. Я позабочусь о ней. Обещаю. Она была под кайфом. Ты ей дал дурь. Не трахай мне мозг. Не моя вина, что Анна любит попудрить носик. Плати, или будет хуже. Она совершеннолетняя. Мы не можем держать ее здесь насильно. Вы ничего не можете сделать. Почему тобой интересуется полиция? Что им нужно? Спрашивали, где ты был в пятницу между операциями. Я был здесь. Ты им сказал? Какие-то подонки ворвались к нему в дом и выстрелили из обреза. А потом стали вырывать ему ногти. Слишком поздно. Он исчез! Отер ушел утром и больше не возвращался.